Привет всем! У меня начинается новый влог. Да чё ж тут влог, просто такое короткое включение. Я только что вышла с биопсии костного мозга. Ой, здесь так некрасиво и страшно. Не пугайтесь, здесь просто такой обходной путь. Просто ремонт в этой секции, поэтому вот нужно ходить. Там в отделении все было чисто, классно и быстро произошло. Мне сделали укол такой. Вообще сказали, что это короткий наркоз, но я была в сознании. Я ничего не чувствовала. Я как бы чувствовала, что мне что-то там делают, но боли не было. Так, сейчас нужно найти стрелку выхода. Я ищу выход. Так, нет, не сюда. Вот сюда, пожалуй. И все, видите, здесь все закрыто, здесь ремонт, поэтому нужно было туда ходить. Раньше я сюда облучаться ходила. Так, я сейчас немного должна подождать здесь, пока Дурин доедет до клиники, и мы поедем домой. Блин, как же неудобно дышать в этой маске. Кстати, я сейчас снимаю на телефон. Не всегда, но вот, допустим, сейчас. Когда я снимаю на телефон, у меня родинка не с левой стороны, а с правой стороны, потому что телефон снимает в зеркальном отражении. Поэтому и на кухне у меня все по-другому, и непонятно, где руль, да, вот когда мы в машине снимаем, многие задают вопрос, а с какой стороны у вас руль на машине? Он у меня с нормальной, с левой стороны. Просто телефон, такая фишка телефона. Ну, как видите, вот прошло полчаса после этой якобы операции, я бодрая, все нормально. Я думаю, что вообще без этого укольчика, может быть, было бы намного больнее, но так, в принципе, все терпимо. То есть у страха глаза велики, ну, страшно-то страшно, но не так больно. Чувствуешь, конечно, что у тебя там в костях ковыряются. Чувствуешь, что прокол глубокий, да, вот глубже, чем укол, чувствуешь, что он вот туда прям заходит игла. Ну, а сама пункция, сам прокол болен. А уже когда они берут этот забор, что-то оттуда там набирают в шприц, не чувствуется. Так, вот здесь у нас в больничке во дворе. Видите, как все стулья только через один свободный. То есть один стул свободен, второй перевязан красным скотчем. Это для того, чтобы люди сидели через одного, то есть чтобы не сидели близко друг к другу, но это меры против коронавируса. Здесь экраны такие. Для чего эти экраны? Это просто зона, где пациенты ждут, когда их вызовут. Вот там вот 5 дверей, видите, вот там вот 5 дверей. Это когда оформляешься в больничку, вот ты отсюда вынимаешь такой вот талончик, потом тебя вызывают. Ну, это как у всех, в принципе, ничего такого особенного. Я себе еще один раз сделала запись к этому врачу. У меня же до пункции была консультация с врачом. Потом взяли кровь на анализ, попросили подождать. И уже через час мы приступили к процедуре, потому что кровь была к этому готова. Она мне объяснила, что сам ответ на то, есть там эти раковые клетки в костном мозге или нет, в принципе, можно и раньше узнать, но дело в том, что для того, чтобы установить, допустим, там какие-то характеристики самой опухоли, да, ПДЛ-1 статус, там в патологии забирает на это немножко больше времени, требуется больше времени.
Поэтому вот запись у меня к ней уже через 2 недели. Можно было просто через письмо, она могла отправить письмо в женскую клинику. Я лечусь в женской клинике, в этой же большой клинике. Есть женская клиника, есть там кардиология. Много-много маленьких клиник в одной. Она мне сказала, что в принципе есть 2 варианта. Можно ответ, письмо, заключение отправить туда, на 2-й этаж, в мою клинику, к моему врачу, который сейчас у меня не к тем новым, которым я меняюсь, а к этим. Либо к семейному врачу, либо, если я хочу, я могу еще один раз прийти к ней, чтобы она мне все объяснила. И я хочу прийти к ней, потому что даже если там ничего не найдут, я же могу у нее попросить советов, как можно восстанавливать кровь. Все-таки она еще и гематолог ко всему. Вот эта девушка молодая, врач, которая мне делала забор на анализ. Так что вот так. Что, собственно говоря, вот и все новости на сегодня. Я это сделала. Немного боялась, но я это и сделала. Теперь мы ждем результатов анализа. Я переживала, боялась, не знала, правильное ли это решение, неправильное. Боялась, что эта процедура опасная. Но я это сделала. Теперь я буду молить Бога, чтобы у меня в костном мозге все было чисто. А уже когда придет результат, я вам обязательно скажу, что там нашли. Надеюсь, ничего не найдут. Ну а если найдут, тогда будем искать методы лечения. Теперь я уже сделала себе запись на химиотерапию. Тоже в этой клинике. Сегодня биопсия была в этой клинике, в моей, где я лечусь уже ого-го сколько. Я сделала себе термин, и я попробую испытать еще один раз судьбу. Пойду на этот термин, сдам кровь, по крайней мере. Это будет в начале следующей недели. И посмотрим, может, мне повезет, и мне сделают химозу. А уже в середине следующей недели у меня есть запись в той другой клинике, куда я ходила на 2-е мнение. И пойду туда со своей подругой, в прошлый раз тоже с ней была, она здесь уже давно, 20 лет как. И будем смотреть предложение, что они нам предлагают. Я так думаю, что они не имеют права нам отказать, раз пациент обратился, разве что если у них все перенаполнено. Ну, интересно, с какой отмазкой они бы могли мне дать пас, не знаю. Конечно, это очень тяжелый выбор. Вообще в жизни самый тяжелый выбор – это понять, какой мост лучше сжечь, а через какой лучше пройти. Я чувствую себя как в браке, когда тебе все со всех сторон говорят, кто говорит, да ну нафиг, он левый, бросай его, уходи от него, начинай новую жизнь и мучайся, ведь все-таки тебя многое не устраивало, и это действительно, с этим не надо мириться. А другие говорят, а у вас дети, да он у тебя нормальный, он у тебя приличный, посмотри на других, другие еще хуже, а вдруг ты вот на другого поменяешь или останешься одна, и там тебе никто не будет помогать. Вот я себя чувствую вот в такой ситуации. Но так как у меня один раз уже стоял такой выбор передо мной, когда я разводилась первый раз, опыт мне показал, что если не идет... Вот relation, отношения, если не идут, то нужно уходить. Не терять время, не терять жизнь свою, свои года, свое терпение. Ну, раз не подходите вы характерами. Так же и я с этой клиникой. Ну, что-то не вяжется. То ли с тем врачом не вяжется что-то. Клиника, вроде бы, она сама по себе хорошая. Вот я смотрю другие отделения. Сегодня я пришла в другое отделение. Прекрасный врач, все прекрасно было. Я не знаю, вот в этом отделении меня все устроило. Фиг его знает. В общем-то, после того, как я схожу на это 2-е мнение, еще один раз, я уже вам все расскажу. Вот, Доренечек,
купил миндальное молоко, и мы с ним едем домой. Привет, Дорин. Привет. Hello. Бигет. Бигет, вот. Как дела? Как дела? В общем-то, дорогие мои хорошие, я вас всех обнимаю. Как дела, Russian people? Уважаю. И оставайтесь, пожалуйста, на моем канале. Ставьте лайчочки, пишите комментарии. Мне с вами очень-очень-очень приятно общаться. Даже если я не отвечаю всегда на комментарии, потому что иной раз просто нету силы, нету времени. У меня такое ощущение, что 24 часов в сутки для меня мало. Мне бы вот 48, было бы лучше. Так быстро улетают просто дни, улетают, улетают, улетают. Смотришь, опять воскресенье, смотришь, опять воскресенье. Вот. Но зато я знаю все, что творится на канале, ваши предпочтения и вопросы тоже знаю. Очень часто отвечаю на все вопросы, которые вы задаете в комментах. Отвечаю потом в видосиках. Так что оставайтесь со мной. До новых встреч. Всем пока-пока.